Итак, ребята, всем здорово, пацаны. Димка, короче, приехал. Дмитрий Парыгин, ребят, подписывайтесь. Ссылочка в закрепленном комментарии, пацаны. Вот. Короче, вырвались мы на фестиваль в Ломы, так и называется. Искали мы это место очень долго. Я сперва до сюда доехал, но чуть другое место, где проводился в 2021. Вот. Но теперь в 2022, это уже в другом месте. Вот. Я ошибся и поехал в этот, как его, в Силикатный, ребят. Кто с Ульяновска, кто на этом фестивале был, тот знает, куда ехать, очень далеко. Вот. Ну что, Дим, давай расскажи что-нибудь. Сейчас. Ни сил, ни времени, ни настроения нет, ни видео снимать, ни монтировать, ничего. Я так приехал отдохнуть и даже больше поспать. Вот. Там у меня работы куча, очередь заказов на 3 месяца. В общем, короче говоря, я вырвался от всех проблем. И будем сейчас мы тут тусить, отдыхать. Я приехал на мотофестиваль, а тут мотоцикл, он там один есть. Вот, и два, да, и вот нет. Второй, вообще мотоцикл. Странно. А я думал, ну зон будет греметь, сцена где-то будет стоять. Ну что-то, пока еще 12 ночи нет. Вот. Вот, ребята. Вот, наклеечки. Да, и Макса еще. И Макса. Макс это вообще. Мы вчера с ним переписывались. У него там дом. Да, я тоже с ним недавно переписывался, да. Макс, а не он говорит, просит второй этаж построить, там еще что-то. Да. Че, как мотик, давай рассказывай. Нормально, я ничего не успел обслужить, как вот колодки поменял. Масло ты поменял? Как вот этот вот кулер до сих пор работает нормально? Работает нормально, да. Ну я же по воде езжу постоянно. Довольно-таки хороший кулер у тебя, да, качественный, однако. Цепочка обслуженная, я смотрю. Да, цепь я смазываю, не щадя. Все думают, что это у меня масло сейчас, но нифига. Это у тебя цепь, у тебя там графитка замешана с этим. Графитка с этим, и она кусками прям летит. Ну вообще, что по надежности, как мотоцикл вообще? Вкратце. Я ездил на советской технике, не сравнится. Каждые 50 километров я... Нет, и учитывая то, что советская техника, у тебя был Днепр, который прям кастомный. Ты там очень многое что сделал. Там только внешне. А внутри там все еще было родное. Но все равно там состояние было довольно-таки хорошее у мотоцикла. Ну, я там и клапана протирал. Да. Смысла не было больше дальше мучиться. Надо было вообще сразу копить деньги, покупать нормальный мотоцикл и ездить. А сейчас у меня времени нет, чтобы ездить. А денег лучше хоть каждый год. Ну вот Yamaha, по крайней мере, она очень экономная. Мы с Димой катались в плюс 37, наверное, жары. Я был на планете, на пятерочке. Планета пятерочка даже ни намека не давала на перегрев. А у Димки ёбрик, как говорится, вообще только и дело, как говорится. Вообще прям беспроблемный мотик, вот, с минимальным расходом топлива. Кроссовая, ну такая средняя шипастость стоит. Это, ага, у меня на планетке такая же была. На планете, была. Да, точно такая да, же. Да. А передняя у меня тогда... Ты новую прикупил. Да, я новую. И поэтому тогда и упал, я помню. Универсальную, да. Сейчас вообще на песке вообще держак хороший, вот такая универсальная. Но скорость максималка снизилась. Стоит снизилась на 10 км в час, это еще на 5 км. Крейсерская 8. А почему снизилась? Потому что она все-таки потяжелее. Да, и она больше, и она... Зацеп у нее как бы с грунтом больше, ну она мягче. Дорожная резина, она наоборот, скорость больше, она гладкая. Ну да. Несмотря на каких стенок, просто не так. Ну вот, ребят, как-то вот так вот. У тебя здесь на 2 дня запасов, да, ты говоришь? Да, ясно. На 2 дня, вот. Так, я тебе шампуры привез, которые я уже буду делать. Шампуры, да, ну никак, не 2 года. Ребята, короче, вот коротко про шампуры. Вот это шампуры из нержавейки с толстенькой. Смотрите, как это, они не гнутся, да, Диман? Вот на, попробуй, ну на, попробуй. Положил так. Вот так вот, на, погни, попробуй. Вот. Не, ну как бы... Ну они гнутся, но они хорошие. Вот. Блин, этот комплект, ему, наверное, лет 30, вот. И потихонечку они у меня раскидываются. Ну, то где-то там забуду, то собаки утащили 3 штуки. Вот, ну реально, просто псы утащили. Мы жарили шлычки, и собаки утащили. Вот, спасибо, Дим, за шампурики. Я помогал одноразовый, нашел. Вот там поставить. Так мы его сейчас эксплуатировали. Ага, понял. Он пока разбирает вещи. Давай, Дим, расскажи что-нибудь нам. Я расскажу. Работаю, роботейшн, как песня Кургена, полный деградейшн. Роботейшн, полный деградейшн. Выбраться. Один товарищ настроение решил, так сказать, подпортить в последние дни отъезд, решил отменить заказ. Я ему говорю, ты 3 месяца минимум очень. А ты что ему шил? Я ему еще ничего не шил, не снимал, я все материал закупил, кожу, алюминий, это самое, пряжки, все, фурнитуру, короче. И он, в общем, решил отказаться, что деньги возвращать, в общем, деньги возвращать. А какая сумма заказывать им была? 26, я половину он оплачивал.
кто плачет, в очередь попадает. Ну, человек не хочет. Да, и кстати, ребят, на секундочку, Дима занимается кожными изделиями, полностью может шить, начиная от кофров, вот, на заказ, начиная от самых вот этих вот, на, знаете, вот сюда вот такие кофры-батончики такие вот, тоже довольно-таки удобные штуки. Что ты, ремни, там, куртки, ремни, мото эти. Кофры, экипировка. Экипировка, да, все из кожи, прям сшито все довольно-таки прям качественно. Отправляю. Да, занимается уже не первый год, рука набитая, прям очень хорошо. 9-го года делаю. На Ульянске стали вот только вот последний год и полтора узнавать. Вот, а так, так что ссылочка на Диму ВКонтакте. В описании, в закрепленном комментарии. В дорогу РФ. Да, или в дорогу РФ. Очередь вот. Большая, но как минимум что-то посоветую, подскажу по снаряжению, потому что постоянно что-то испытываю. Как видите, я тут кучу всего набрал, это не просто так. Я как бы смотрю, тестирую, что хорошо в одних или других условиях, что не очень. Сам оделся он как капуста. Что-то могу по снаряжению рассказать, Так. Вот как-то вот так вот, ребят. Вот. Ну вообще, я смотрю, ты наклеил вот эти зеркала, да, еще такие маленькие? Да, они, смотри, что... Обзор, он, ну они обзор, да. Вот они как бы... А, они крутятся? Да, и можно очень точно настроить вот обзор. Что, они у мелочь, крутятся. А приятно, оно как бы рубит глаз, оно вокруг... Ну да, 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 нормально. Вот эту вот залипушку можно телефон прикрутить. Для телефона тоже нормально. Ой, у тебя столько тут всего. У меня новинка, я же багажник сделал. Не, ну я смотрю, у тебя багажник что-то я черный, да. Я сварил, телефон новый. Ничего, что у тебя номерной знак? Ты же известный всеми человек. Номер-то. Какая разница? Пришлось вот эти вот вынести. Ну, пока тут временно решили. Ну, и поворотнички, да, обязательно нужная вещь. Да. Вот, еще, значит, есть такая пипка. Неудобно вот так, да, его брать? Чик, видишь, вот подсветка. В лесу приехал ночью. Включил. А, смотри, да, точняк. Светится, и вот спереди еще две лампочки. Опа, вообще классная штука, смотри-ка. Ну-ка, ну-ка, спереди. А, вот. Блин, прикольно. Ну, то есть едешь... Прикольно, я понял, понял. То есть ты, если где-то едешь по безоружию, смотришь, куда можно ноги поставить, да, например. Давай. Я думаю, интересно, что кому-то приспособил посмотреть. Есть еще две кнопки есть, значит, что они делают. Здесь вот зарядка USB-шная. Обычно из фикс прайс, там, за 70 рублей. Просто припаяно, здесь USB-зарядник получается. USB-шка нужная вещь, да. Да, она отключается. Здесь, короче, подогрев ручек, китайская фигня, но она... Ну, работает исправно. Одна работает, вторая сгорела. Я ездил минус 4. Плюс 4 было на улице, а, с ним комфортнее. Не знаю, наверное, сгорел, перегрел. Или, может, на ручке газа, может, что, проводки перетерлись? Я не знаю, я, блин, китайские провода, они делают, блин, как говорится, на пределе. Ну, правый у многих, потому что ты газ, ты газуешь. Короче, надо вот провода перепаивать. Да, и все, да, 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 да. Не знаю, что, он сгорел. Вольтметр, да, у тебя? Да, это, так, часы, короче, слева вольтметр, внизу, вот сюда вот строим, вот пальцы можем посмотреть. А, вот вольтметр. Вот вольтметр, ага. Видишь? Не, подожди, вот этот вольтметр, вот, да, это вольтметр, 12,9, а это термометр. Температура 14 градусов. Да, за бортом, вот где-то здесь вот стоит датчик, вот, вот эта пипирочка, ага, датчик, и вот он показывает. Кстати, нужно. Вот я сейчас подержу, ну-ка, смотри, видишь, температура сразу пошла. Да, 15. Можно температуру измерить, если что. Да, кстати, так, там. Так приболел, если что, оп, померил, да, нормально. Короче, все отключается. Ну и вот это вот сделано, это как бы зарядник обычный. Это у тебя еще давным-давно, я помню. Да, и на него, короче, это, такая вот... Это, по-моему, самый первый, да, у тебя там прибор? Да, да, ну, блин, куда без прикурить. И резиночка типа чпок за отпичка, короче. Угу. Вот, это я пока временно, у меня подогрев руля. И еще один USB-шник, короче, вот сюда вот выведен, с этой стороны где-то болтается, не знаю, сумка, что ли. Да, вот у тебя USB-шка. Да? Ну, где-то здесь, по-моему. Да, здесь, я помню, был, не знаю, короче, куда ты его засунул. Короче, это чтобы камеры заряжать в поездку. Ага, ну да, так провел зарядник и все. Да, что еще тут? Ну, вентилятор. Вентилятор. Да. Все необходимое, что сказать. Экшн камеры на этот вот предел. Лопушки вот эти вот. От ветра, от крапивы полезных, подолазишь по кустам. Вот это вот из оргстекла. Ага, здесь, я помню, да. Из оргстекла, а другую штуку надо делать. Ну ты где-то деле падал уже, да, вот это? Да, блин, я тут вот перевернулся полностью вверх ногами, за грибом потянулся, короче. Офигеть. Гриб вот такой растет. Я думаю, ё-моё, наконец-то гриб нашел. Потянулся и просто вот вверх ногами мотоцикл, он через себя перелетел. Вот. Да, жестко, однако. Главное, сам цел, это стекло-то ерунда. Да. Так, вот люди готовятся, собирают сцену. Ну, сегодня до 12, конечно, греметь сцены не особо обещают, но завтра так точно. Вот. Ну, ничего страшного. Ну, а я на машине в этот раз. Ну да. Вот, ребята, мы, короче, раскладываем лагерь. Димка здесь все занимается.
Вот. Хотел ставить палаточку туда, но ветер, смотрите, дует оттуда. Я, короче, думаю, самый вариант оптимальный будет за палаткой. Как дополнительная защита от ветра. Вот палаточка. Вот. Ну за сколько, Дим, ты собрал ее? Минут за 15, наверное. Вот такая вот палаточка тоже. Это у тебя самая маленькая или нет? Это средненькая. Есть еще огромная, большая. Вот, здесь так-то вчетвером спать. Вот. Как-то вот так вот, друзья. Вот так вот. Люди маленько подтягиваются, маленечко. Вот трое, что ли, четверо приехало. Вот. Погодка плюс 15, 14. Как-то так, дождя нет, все в норме. Так, в общем, самое такое интересное, это вот Димка сейчас будет разжигать огнивый. Что такое огниво, Дим? Дай-ка вот эту вот штуку. Ферромагниевый стержень. Ферромагниевый стержень, смотрите. Сплав, и железяшку надо к нему. Что ножом, если черпать, сфокусируется. Нож горит. Вот, ребят, вот, смотрите, огниво. Вот, стержень какой, Дим? Ферромагниевый. Ферромагниевый. Железо. Коротко, магниво. Ферромагниевый. Огниво, да. Огниво. В чем особенность? Оно даже если вымокло, потом будет работать. Ваточка. Вата. И собой, вон в пакете в герметичном ватном. Ага, вот. И железяк, чтобы чиркать. Просто железка обычная, да? Железка любая, углеродистая желательно, с острыми краями. Если просто ножом чиркать, ну, вот, ну да, вот остренькая. Кромкой режущей нельзя, она сгорит сразу. Там 4000 там градусов, короче, температура. Ну давай, Дим, пробуй. Ну, что тут, вот смотри, вот так вот берешь. И не железкой надо. Про смысл в чем? Если сырая растопка, можно настрогать его, чиркнуть, и все загорится. Надо железку прижать крепко и вот этой штукой вот так вот, ну, от понял, себя. Понял. Тогда искры полетят. Ага. Вот сейчас смотри, нам надо дровишек еще немножко, чтобы это нормально все было. Ну, чисто это. Ну давай, просто покажи. Да, просто. Сейчас оно загорится. По-любому загорится. Загорится, вот сейчас подкинем сразу. Вот, смотри. Держишь и вот так вот. Готов, да? Да. Раз, два, и все. Да. Вообще прям быстренько, смотри-ка. Главное растопку подготовить, и все, как бы 2 секунды. Это вот сейчас сухо, а вот был бы сыр, мы могли бы чиркать 2 минуты. Кто не умеет, вот не, ну, как я показал, просто чиркает, чиркает, чиркает. Вот так вот на расстоянии, так. Ну вот я понял, она, понял. Она вот, видишь, вот, как бы вот она и спит. Ну да. Вот. А нужно прямо у растопки чиркнуть. Вот так вот, раз. И понял. Вот эта вот искра, вот она, видишь, она. Ну вот да, смотри, как разгорелась. Вообще быстренько, скажем так. Ну, вот. Дрова еще сухие. Да, вот. Дрова сухие, это очень хорошо, что с собой взяли. Очень здорово. Ну и вот я вот так вот копочки. И сюда бедную. Самый лучший вариант для выживания — это ни огниво, ни спички. Это вот 5-10 зажигалок в разные карманы напихайте, они стоят 10 рублей вон. Самый дешевый, и все, и вы выживете. Не надо ничего выпендриваться, выдумывать, там палкой обтереть. Ну да, зажигалки, как говорится, зажигалки, современная штука. В каждом кармане, чтобы были у вас, и больше вам ничего не надо. Купите раз, мне наполните кухню, и все будет отлично. Короче, ребята, сидим. Вот. А, Дим, что ты приготовил? Я приготовил здесь пакет. Вот. Ну, лапша быстрого приготовления. Еще что? Макароны варятся, вон. У нас уже тут один раз вода выкипела. Ну да, вода выкипает вообще быстро. Вот. И сейчас макароны с тушенкой свиной будет. Если кто-то будет есть, пожалуйста, присоединяйтесь. А если нет, то я сейчас. Сейчас шучки будем жарить. Ну как, Дим, настроение? Давай, просто для пацанов. Все, отдыхаю пока. Пока я еще не втянулся, сейчас поем, тогда будет понятно. Да. Пока, как говорится. Голод, да? Чувство голода. Да, надо удовлетворить первую потребность, так сказать. Потом уже... Да, люди маленько подтягиваются. Вот уже рядом тачку подтянулись, палаточку поставили. Вот. Вот, еще кто-то едет там. Ну, просто сегодня пятница, все работают. Но все равно сегодня сцену соберут сейчас. И музончик будет бомбить. Вот. Но завтра будет тоже крутой день. Возможно, может быть, и завтра мы приедем сюда. Подумаем. Короче, посмотрим. Вот. Короче, как-то так вот, ребят. Так, ну что, друзья, продолжаем отдыхать. Вот, отдохнули, короче, посидели. И, Дим, покажи вот свои эти освещения уличные. А, давай. Вот, я хочу прям посмотреть. Мне прям интересно. Готов? Да.
Вот, ребят, смотрите. Возможно, камера, конечно, не передает, но, в принципе, она передает. Вот, освещение на мотике просто вот такое. Ты едешь, едешь, подъезжаешь куда-нибудь. По лесу, в кромешной темноте, конечно, видно все. Да, или во время движения, вот, смотрите. Вот такие диоды горят, в принципе, освещают довольно-таки, да. Сравнимо с фонарем. Конечно. Вот, вообще, я считаю, это... Ну, это вообще классное изобретение, если честно, Дим. Они есть разных цветов. Вот можно два белых спереди поставить, два красных сзади, например, чтобы, как говорится, по ГОСТу было. Ну да. Вот. Но смысл еще в чем? У меня каждый вот этот вот прибор сделан через стабилизатор напряжения 12 вольт, чтобы светодиоды не перегорали. Да. Много раз видели, у машин мигают вот эти вот противотуманы. Моргают, да. Мигают. Они габаритики фарок, да. Сразу ставят на бортовую сеть, а там 415 вольт может быть, даже до 16 может быть. Да. Если стабилизатор не ставить, светодиоды быстро сгорят. Они копеечные. Настроил эту схему, поставил ее, загерметизировал хорошо. И будет все работать отлично. Так вот, не 12 вольт ставить, а 11,9, например, 11,8. Да, там. Все правильно. Ну, сейчас мы пойдем прогуляемся, ребят, посмотрим, что вообще там. Вот, как-то так. Идемте. Да. Ну, короче, ребят, организаторы вообще красавчики. Отдыхаем. Вот. Как говорится, все по кайфу. Вот. Вообще завтра будет очень много народу. Вообще все по красоте, друзья. Вообще прям шикардосик. Знаете, такая обстановочка душевная прям. Вообще прям по кайфу. Вот. Такой, знаете, вечерок прям, ну, душевный, скажем так. Музычка кайфовая. Вот. Кипаса. Бам-бам-бам. Сюда отойди. Сука, блин, мне там не видно, говорю еще раз. Дайте сюда. Здесь тоже. Фонарик включить. Не надо. Да, чуть прям парит нормально. Ну вот так видно? Сниму нахер. А? Нет, мне нормально видно вот так вот как раз. Костер, на костер можно смотреть вечно. Потому что когда ты потеешь, ты, соответственно, мерзнешь. Оно выводит влагу. Стирочек, вещь. О, тусовочка пошла в самом разгаре, ребята. Всем добра. Ну вот и позитива.